Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, как сделать работу твердотопливного котла еще более эффективной и безопасной с помощью источника бесперебойного питания. Как подобрать бесперебойник и какой аккумулятор подойдет в качестве резервного источника питания, а какой лучше не использовать, сейчас узнаем. Установив приставку TurboSet на твердотопливный котел ЗОТА, можно добиться значительного повышения эффективности работы котла за счет автоматизации горения топлива. Подробно я об этом рассказывал в ролике, ссылка на который будет вверху. И теперь не надо бояться перехода процесса горения в пограничные состояния, в сваливание, в затухание, либо, что более опасно, закипание теплоносителя. Особенно это касается систем отопления, в которых в качестве теплоносителя используется антифриз. При его перегреве присадки, входящие в его состав, не только теряют свои свойства, но и могут существенно снизить эффективность работы всей системы из-за отложений нагара на внутренних стенках. Но при появлении в системе отопления любого электрического устройства, будь то насос, дымосос или, как в нашем случае, приставка TurboSet, которая в свою очередь тоже может управлять насосами, возникает вопрос, как быть в случае отключения электроэнергии в доме, как сделать котел энергонезависимым. Ответ прост. Нужно использовать источник бесперебойного питания. И первое, что нужно сделать, побороть в себе желание сэкономить, установив бесперебойник для бытового компьютера. Важно понимать, что такие устройства разработаны в первую очередь для того, чтобы не потерять несохраненную информацию при отключении электричества и дать возможность пользователю безопасно завершить работу компьютера. Никому же в голову не придет возить в автомобиле вместо запаски колесо от велосипеда. Так и в нашем случае логичнее и безопаснее использовать устройства, разработанные под конкретные задачи. А задача проста. В случае отключения электричества дать возможность системе проработать длительное время, используя заряд аккумулятора. В компании ЗОТА с выходом приставок TurboSet и прочего оборудования, работающего на электричестве, озадачились выпуском источников бесперебойного питания. Продукт этот уже не новый, но это и хорошо, потому что если бы и были какие-то вопросы к работе этих устройств, то уверен, что все они решены, и сейчас мы имеем по-настоящему рабочий девайс, разработанный конкретно под нужды котельного оборудования, работающего в непростых условиях. Главное отличие котельного бесперебойника ЗОТА от компьютерного в том, что в нем совмещены функции сразу нескольких необходимых устройств. Источник бесперебойного питания, стабилизатор напряжения, зарядное устройство для АКБ. Именно поэтому лучше использовать специально разработанные инверторы для котельного оборудования, а не для компьютерного. Жители частных домов, особенно те, кто живет в дачных поселках, не понаслышке знакомы с особенностями электроснабжения в зимний период. Это не только обрывы в лютые морозы, но и серьезные просадки напряжения в сети. Так вот, у бесперебойников ЗОТА напряжение на входе в режиме стабилизации может быть в диапазоне от 170 до 260 вольт, а на выходе будет стабильный 230 вольт, и это будет чистая синусоида, а не достроенный импульс до синусоиды. Это важно, так как насосное оборудование и блоки управления очень чувствительны к этому параметру. Если на входе в эти устройства форма напряжения будет отличаться от синусоиды, например, будет в виде меандра, то они не только могут работать некорректно, но и вовсе могут выйти из строя. Кстати, значение входного и выходного напряжения отображается на встроенном индикаторе бесперебойника. Понятно, что без аккумуляторных батарей бесперебойник работать не может. И именно от аккумуляторов, а точнее от их емкости, количества и типа, зависит длительность работы. О длительности расскажу чуть позже, а вот про типы батарей поговорим сейчас. К аккумуляторам, работающим с бесперебойниками, есть определенные требования. Например, длительный срок эксплуатации, ведь котел мы устанавливаем не на один год, поэтому особо важно отсутствие потери емкости и низкая скорость саморазряда. Высокая емкость – это важный параметр для длительности работы всей системы в случае отключения электричества. Широкий диапазон рабочих температур, особенно способность работать и сохранять заряд при низких температурах. Высокая надежность – сюда бы я добавил такой фактор, как устойчивость к глубокому разряду. И последний, пятый параметр – безопасность для окружающих. Учитывая все эти требования, как минимум исключаем модные литиевые аккумуляторы. При всех их достоинствах малый диапазон рабочих температур делает невозможным их применение в наших условиях. По соображениям безопасности также нельзя использовать обслуживаемые автомобильные аккумуляторы. При заряде они выделяют чуть ли не половину таблицы Менделеева.
Это различные соединения мышьяка, хлора, стибин, да тот же водород, который при смешивании с кислородом может элементарно воспламениться. В автомобилях подкапотное пространство постоянно проветривается, и с этим проблем нет. Чего не скажешь о закрытых помещениях котельных. Итог, все эти вредные вещества явно не добавят здоровья ни хозяину дома, ни его семье. Всем остальным требованиям отвечают аккумуляторы, изготовленные по технологиям GEL и AGM. При этом у них еще и довольно доступная цена. Суть работы гелевых аккумуляторов содержится в названии технологии. Электролит загущен при помощи силикагеля. Гель удерживает в своей структуре электролит, поддерживая целостность свинцовых пластин. Сам гель никоим образом не препятствует работе электролита. Наоборот, благодаря использованию загустителя, аккумулятор становится более устойчивым к глубоким разрядам. И, кстати, в инверторах ЗОТа применена интеллектуальная система заряда батарей. Инвертор постоянно измеряет напряжение на клеммах аккумулятора и постепенно снижает ток, подающийся на аккумулятор. Заряд при этом становится плотнее. Корпусы аккумуляторов, построенных по гелевой технологии, герметичны, потому что при работе они не выделяют никаких газов и не требуют специального обслуживания. Именно поэтому они безопасны для здоровья. Другая современная технология – AGM. AGM расшифровывается как Absorbent Glass Mat и означает «абсорбирующее стекловолокно». По большому счету аккумуляторы AGM – это обычные свинцово-кислотные аккумуляторы, но между пластинами находится стекловата, которая пропитана раствором серной кислоты. У этой технологии есть ряд преимуществ по отношению к любым другим. Весь водород, который неизбежно образуется при работе аккумулятора, остается в порах стекловолокна и полностью рекомбинируется внутри аккумуляторной батареи. Поэтому аккумуляторы можно безопасно использовать в закрытых помещениях. Эти аккумуляторы не требуют обслуживания, батареи изготавливаются в герметичных корпусах и обладают уменьшенным электрическим сопротивлением, что положительно сказывается на их свойствах. Практика подтверждает расчеты и показывает, что к достоинствам AGM-технологии, AGM-батарей, можно отнести продолжительный срок службы – до 15 лет. Также это низкая стоимость обслуживания, низкая себестоимость, читай низкая стоимость для конечного потребителя, ну и главное – высокая надежность. Выбор непростой. Обе технологии хороши, тем более аккумуляторы, выполненные по технологиям GEL и AGM, производятся под маркой ЗОТа. Аккумуляторы, собранные по гелевой технологии, дороже, причем почти на 20%. В чем отличие, кроме цены? А разница в том, что гелевые аккумуляторы способны прожить большее количество циклов зарядки-разрядки на те же 20%. Но я все же присмотрелся бы к аккумуляторам AGM. Их можно заряжать большими токами, соответственно, они восстанавливают свой заряд быстрее. Заряд максимальным током несколько сокращает срок жизни аккумуляторов процентов на 5-7, но это может быть очень кстати в случаях, когда зарядить батарею требуется быстро, например, при многократных отключениях электроэнергии в течение короткого времени. Кстати, в бесперебойниках ЗОТа Matrix есть функция защиты от полного разряда аккумуляторной батареи. Аккумулятор не разряжается ниже допустимого уровня и при этом не испортится. Но вернемся к бесперебойникам. Как выбрать бесперебойник? Очень просто. Нужно определить общую электрическую мощность всех приборов системы отопления, плюсом добавить мощность дополнительных устройств, если это требуется, для которых необходимо обеспечить автономное электропитание. Точное значение этих параметров можно найти в технических паспортах или в руководствах по эксплуатации к этим устройствам. Номинальная мощность бесперебойника должна быть выше. Обратите внимание, что не у всех производителей числовой индекс в названии модели бесперебойника отражает реальную мощность. Может быть указана максимальная мощность, и при работе на пределе своих возможностей такой бесперебойник может выйти из строя в самый неподходящий момент. Вот чем мне нравится ЗОТа, так это честным отношением к клиенту. Если название модели Matrix WT500, это означает, что номинальная мощность 500 Вт, а максимальная все 800. То же касается и аккумуляторных батарей, там тоже все хорошо. Из линейки бесперебойников ЗОТа Matrix можно выбрать модель мощностью от 300 Вт до 5 кВт. Вот у меня, например, ЗОТа Matrix WT500. Кстати, буква T или буква T в названии говорит о том, что в инверторах используются тороидальные трансформаторы, у которых более высокие электрические показатели по сравнению с обычными трансформаторами.
Соответственно, они более эффективны. Длительность автономной работы источника бесперебойного питания с внешним аккумулятором одним или двумя зависит в первую очередь от общей емкости всех АКБ. Ведь фактически при работе инвертора происходит перевод энергии заряда аккумуляторных батарей в электрическую энергию с переменным напряжением обычной бытовой сети в 230 вольт. Зная емкость аккумулятора, его напряжение, суммарную мощность нагрузки, можно примерно рассчитать длительность автономной работы. Для младшей модели ZOTA Matrix 300, работающей в паре с аккумулятором емкостью в 100 ампер-часов, при постоянной нагрузке в 200 Вт длительность работы составит почти 5 часов. Цифра приблизительная, потому что фактически нагрузка может быть и меньше. Для примерного расчета и подбора оборудования можно воспользоваться удобным калькулятором на сайте производителя. Ссылку я дам в описании к этому ролику. Да, и аккумуляторные батареи от ZOTA можно подобрать в диапазоне от 9 ампер-часов до 200. Безопасной и безотказной работы отопительной системы можно добиться только, если используются качественные комплектующие. Поэтому мы рекомендуем при установке на твердотопливный котел приставки TurboSet обязательно докупать источник бесперебойного питания в паре с аккумуляторной батареей. Оборудованию компании ZOTA мы привыкли доверять. Нам импонирует их подход к выбору подрядчиков и особая тщательность проверки оборудования перед тем, как оно попадает на полки магазинов. Меня впечатлило то, что абсолютно каждый бесперебойник проходит сложную процедуру испытаний под нагрузкой в течение 10 часов. И именно поэтому Фарнакс смело рекомендует покупке оборудования этой сибирской компании. В магазинах Фарнакс, в интернет-магазине farnax.ru мы готовы подобрать комплект котельного оборудования, который будет служить верой и правдой долгие годы. Сегодня было очень много информации, но если у вас остались вопросы, пишите их в комментариях или у нас в соцсетях. До новых встреч, друзья! Счастливо!